Республиканский форум классных руководителей стартовал сегодня в столице Коми. Он приурочен к году педагога и наставника. Участники из разных районов собрались, чтобы затронуть все актуальные темы, с которыми сталкивается школа и педагог. А еще эксперты провели для педагогов мастер-классы, выступили с авторскими методиками и поделились со слушателями своим профессиональным опытом. Форум – это не просто событие, это целое сообщество. Мы есть во ВКонтакте, есть в Телеграме. И в нашем сообществе неравнодушные, амбициозные учителя, которые готовы меняться, которые готовы менять образование в лучшую сторону, заявлять о себе, участвовать в различных проектах. Мы с удовольствием эти проекты поддерживаем. За два дня в программе форума ожидаются дискуссии, классный час, посвященный году педагога и наставника, и интерактивная выставка. А этим вечером педагоги встретятся с Елизаветой Кочетковой, известным российским театральным режиссером.